Дорогие зрители Культ.ком, сегодня с вами Елена Хагвердиева. Вдохновение, оно просто так никогда не сходит на тебя. Это процесс, большой-большой процесс работы. И может быть, какой-то момент, какой-то точки твоего процесса работы, оно снизойдет. Это, скорее всего, бывает так. Это только в процессе работы. Меня вдохновляет жизнь. Дело в том, что ты никогда не знаешь, я никогда не знаю, когда она закончилась, и стоит ли продолжать дальше, ее хочется продолжать и продолжать. Может быть, отставлять в сторону, потом возвращаться к этой работе. Очень трудно сказать себе «все, стоп, я все сказал в этой работе». И только тогда, когда ты можешь это, только тогда ставится подпись, когда, да, работа закончена. Раз, когда я была в Прадо, и я оказалась перед картиной Веласкеса. Вот это была самая удивительная для меня картина «Менины». Это огромный холст, который причем сшит сбоку. Половина холста просто пришита друг к другу, два полотнища. И самый фокус этой картины в том, что ты оказываешься в этой картине. Непонятно как. Если чем дольше ты стоишь, тем больше ты вовлекаешься в процесс того, что Менина там стоит, на переднем плане стоит девочка, около нее ее одевают слуги, потом художник, потом вдруг оказывается, что люди, которые смотрят в зеркало, которых ты не видишь, и эти люди оказываются, что они должны быть, по идее, за тобой, ты оказываешься в центре самой картины и сам не понимаешь как. Ну, вы знаете, я вообще люблю живопись Азербайджана, потому что она настолько достойна, она такого высокого мирового уровня, что мне трудно даже перечислять. И это художники и Кямал, и Санан Курбанов, и Ашраф. И сейчас плеяда художников, которые настолько сильны и прекрасны. Я постоянно не перестаю влюбляться в работу Мусеиба Амирова. Это так удивительно. Он не просто пишет, он дарит нам свой мир, он его делает, он его творит, он просто дарит нам свое видение. Он где-то тема Абширон, которая остается Абшироном, но при этом ты попадаешь в его Абширон. И как-то летом я была на море, и было так прекрасно, и уже собирался быть закат, и вдруг проезжает маленькая машинка, продающая мороженое. И с музыкой, очень незамысловатой музыкой, я вдруг поймала себя на мысли, что я в середине картины Мусеиба Амирова. Говорят, процесс важнее результата. Я думаю, что процесс – это очень важно, это невероятно важно. Вещь, но результат не менее важный. Ну вот никто не приходит. Приходят все равно имена художников-мужчин. Художник – это очень отважная профессия.